Дедушка, что это такое? Это твое наследство. Открывай, посмотрим. Не умею открывать. Давай, типа твои руки. Обросли волосами. Что это такое? Что это? Это же диск с лохотрончиком. Ты посмотри. Ой, я даже забыл, как он выглядел, этот диск. Смотри, какой страшный. Это дядя, смотри, у него в карманы вывернул. А что это? Это анкета какая-то. Вот это да. Ну давай посмотрим, что там еще за диски. Давай, ты сама. Канитель по беспределу. Смотри, еще запакованный. Ага. С этим. С наклеечкой. И тут целая куча таких. О, вот, открытый. Ой. Давай, посмотри, какой диск. Как это открывать? Папа! О, смотри, на него наехала. Машиной проехал. Пластилиновый асфальт. Это колбаса. Какая-то колбаса. Пластилиновый асфальт. Ну, давай посмотрим, что в конвертах. А там такие же диски. Там одинаковые, да? Одинаковые. Ладно. Это что? А это Лачинов Рудольф. Что это? Если твой карман пустой, здесь, пожалуйста, не стой. Новогодняя открытка от компании Бука. Там таких три. Надо достать. Мешались. Что их? Не знаю, какой-то плакат. Что это? Другая игра. Давай аккуратно. Он что летит? А вот, смотри. Какая-то картинка. Неинтересно. Неинтересно? Это же муха. Ну, это муха, да. Так покажи муху. Вау. Муха, вау. Это муха из игры «Канитель по беспределу». Там еще один. Вот какие-то картинки. Добрый день. Нажми на паузу. Тут какой-то пакетик. Хочешь, тебе пальцем настучу за 3 бакса? Держу. Так, еще какая-то анкета. Это целая кучка анкет. О, еще один пакетик. Еще много там пакетиков. Вон. 2. Уникальные пакетики. О, еще а какой-то. А это просто фирменный от компании Бука. Фигня. Так, еще пакетики. Такой же. Еще таких много пакетиков. Так, вон там еще что-то интересное. Давай. Листовка? Угу. Собирая бутылки в бутылках. Сила, брат. У кого бутылок больше, тот и сильнее. Здравствуйте, Вован Евгеньевич. Слышь, ты чего бакланишь? Называй меня просто Вован. А хочешь за $25 я тебя поцелую? Это дед должен сказать. Скажи. Да. Хочешь, я тебя за $25 поцелую? Не, дед говорил. Хочешь, сейчас за $25 точно я на тебя плюну? Сейчас нельзя этого делать. Хочу. Хочу. Не актуально. Ну, вроде все.